Багажник не открывается. Повредили замок. Ячейку вот эту. Пытались открыть багажник полный. Теперь он, ну, ключ вставляю, не открывается. Замок багажника сломан, вдребезги разбито пассажирское стекло. Такое увидела свою машину Юлия, когда вернулась на парковку. Девушка говорит, злоумышленники совершили кражу буквально за полчаса. Вытащили все, планшет вытащили. Ну, сумка, кошелек, там в сумке кошелек лежал, денежные средства, карты, визитки. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Злоумышленников с богатым уголовным прошлым задержали по горячим следам. Сотрудникам уголовного розыска за совершение кражи автомашины были задержаны двое граждан, жители Заводского района, ранее судимые за аналогичные преступления. Один из задержанных, 36-летний мужчина, рассказывает, на кражу его толкнула нужда. До зарплаты далеко, а деньги в кошельке, как назло, закончились. Поэтому чужой пришелся бы как нельзя кстати. Шел в магазин, увидел сумку в машине оставленную. Денег не было, решил забрать и забрал. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренную частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов дела. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов. Вести, дежурная часть, Саратов.